Всем привет, ребята, с вами Крыса Игорь, и я решил снять видео на моем канале, потому что я на 50 подписчиков, то есть много и на этих подписчиков пусты, и я хочу поскорее снять. Давайте, сегодня поиграем в Geometry Dash. Тоже нормально, давайте. Я уже 4 трассы прошел, ребятки. Это круто. 2, 3, 4. Вот так я не могу пройти. Давайте, я буду молчать. Вы наденьте наушники хорошие, будет вообще слышно. Монетку пропустил нечаянно. Простите. Ай, сложно. Я ее когда-то проходил, я удалил эту игру. Я когда-то ее проходил, я прошел эту трассу, не мог. Так. Плеймаркет не хочу. Хочу плеймаркет. Телефон падает, простите. Да, это телефоне. Давайте в эту. Я в этой играл пока. 5 месяцев не прошло. Где-то месяца 2 назад закачал. Вот за прошлое видео тоже по играм было. И у меня был где-то по основному игровой канал. Второй раз говорю. В первом, видео говорили. Все. Вот это так совмещать растения. Это как сумма против растений. Надо просто совмещать растения. Все делать. Можно выкинуть этого. Так совмещать надо. По-обычному все, да? Ребяточки. Неинтересно, да? 2 у мальчика сколько дадут? Реклама? Подождите чуть-чуть, а реклама пройдет. Пару секунд для вас, для меня. Гелий нажал на крест, простите меня.
Простите, простите, ребята. Так, ребята, я прошу спасти. Ну, вы ничего не заметили, это я просто пришел, это жизнь. У меня технические шоколадки там. Скоро еще зомби сейчас пройдет. Так, это хватит. Давайте вот это. Сколько у нас идет видео? 7 минут. Сегодня сейчас будет покороче видео, чем прошлое. Давайте. У меня вот такая вот машинка тут. Здесь дешевле других, но... Вот. Я эту игру не знаю, как называется. Ой, какой модель, вас пройду секунду для меня. Еще наушник, наушник. Пошло время, нас надо за 35 секунд или меньше пройти эту трассу. Я без вас пока проходила эту игру, ну ладно. Я знаю, как это все работает. Я взорвался, давай. Это чекпоинт, тут есть даже. 35 секунд или меньше, потому что тут... Звезды надо получать, ребятки. Ребята, ребята. Давайте. Хотите узнать, где моих двух самых любимых блогеров? Это я и Робси. Робси прям офигенно снимает зомби против растений. Надо туда! А я не понял сначала. Я уже профукал время, ну ладно. Монетки хотя бы не профукал. Так, ребята, молодцы, мы прошли эту трассу на две звезды. У нас тут куча всего трассы пройдены. Это что? О, с этим можно соревноваться. С тенью своей. Можно соревноваться. Это не моя тень, это вообще другая тень. Это вообще другая.
Ой, у него тоже хорошая машинка была. Ребята, теперь это Артура теперь. Россиянин, понял. Да, он Россия, он Россия, он за Россию. Он за 37 секунд этот раз прошел. Да, я тоже проходил, но не помню за сколько. Я ее не проходил, я проходил. Да, я ее проходил, я помню. Я помню это, я ее проходил. Да быстрее, Артур, на пару миллисекунд. Офигеть, кто был. У него монстр трек. Он за 30 секунд эту трассу прошел. Волкады они сложили, я знаю, ребятки. Волканы сложные и долгие. Вот он как-то за полминуты он как-то прошел это. Надо быстрее его пройти. Заново. Надо машинку прокачивать. Ребяточки. Вот он как... Ну, монстр трак, дайте мне. Я его обгоню. Он даже монстр трак, да. Ну все, он уже дошел. Вот у него тут время много, не теряется он просто. Секунд хуже. Блин. Давайте попробуем эту гонку пройти. Это с другими игроками сразу четверо. Ой. Ну это сложно, я знаю. Я ее как-то, наверное, пытался пройти, но не смог. Сейчас у меня стрит, какой двигатель, какая раскраска. Ой-ой-ой, он хочет меня обогнать. Но он не обгонит. Он не обгонит меня, ребятки, поддержите лайком, чтобы он меня не обогнал. И подпишитесь на канал, на 350 подписчиков будет стрим. Но прямого эфира же жалко, что не будет. Просто видео на пару часиков, когда будет 350 подписчиков. Стримы я не умею делать. Потому что монетизацию отключили. У вас стрима не будет из-за этого. Это уже без этих противников. Я знаю, такие вот трассы, они прикольные. Сзади ключик, сзади. Тут тоже. Я вылез. Тихо.
достанем ключ к нам. Ребятушки, на. Ключ не до... Это для моей машины слишком жестко. Вы что такое придумываете для таких машинок? Она моя машина сюда не залезет, надо качать ее. Там... Да, тут последние монетки. Ребят, как я это проехала, я не знаю. Вообще сложно, ребятки. Опа. Восьмой левел уже, блин. Погнали в другую игру, ребятки. Да, это последняя игра будет на сегодня. Это, например. Мне так где стрелки, надо вот нажимать быстро. Тут сразу с рекламой. Я с рекламой буду в основном, ребятки, делать это. Новый трасс, ребят, новый трасс. Теперь тут кролик Банджо. Давайте кролика Банджо вам покажу. Слушайте, прям в наушниках, это офигенно. Я уже умею играть. Музыкальная интуиция. Это офигенно, если в наушниках. Согласна. Еще 40 секунд и все это каска. И за что он у меня был куплен? Банджо. Давай в наушниках все что-то датки. Ну, нормально, нет слишком у нас. Давайте за рекламку я куплю вот такого Хаги-Ваги. Не куплю, а просто возьму его. Для вас 20 минут, для меня полминут. Все, ребятки, давайте. Давайте вместе в меня. Я купил Хаги-Ваги за рекламу.
22 тысячи очков. Все. Вам понравилось, можно сказать, понравилось, подписывайтесь и ставьте лайк. Ну, это еще не все на сегодня. Реклама для вас сегодня, для меня. Все, ребятки, кончилась рекламка. Попробуем этого демона на самом сложном. Смотрите, как лететь будет. Так, ребятки, сложно сейчас будет. Еще полминуты. Это сложно, это очень сложно. Сейчас монет прям. На изичанских сейчас мы сделаем рекламка. Так, все. Кого купить нам? Пишите в комментах, кого купить. Потом, когда все факту, ну, у меня есть, ребятки. 10 монет, ну ладно, сойдут. Еще плюс 10. А Мукуса можешь купить какого-нибудь? Вот такого, например. Я купила Мукуса. Против него сейчас сражаться будем, против Амукуса. Беззащитного Амукуса. Амукуса против беззащитного. Простите, это СМС. Легенько что-то. Я пытаюсь, ребята. Это нереально. Он все так много делает. Я не могу, ребята, это сложно. Нам еще минуту против него надо выдержать. Но я выдержу, я попробую, ребята. Так, 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 ребята, ребята. Ребята, это сложно очень. Это Амогас настоящий. Это для меня сложно, я так много не могу успеть. Это в наушниках просто офигенно, ребята. Это зелененький Амугус. Ребята, это сложно, блин. Ну, это видео поменьше, чем прошлое, ну ладно. Всем пока-пока, ребят. С вами был я, Егор. И до новых встреч. У нас в основном канал на 350 подписчиков будет стрим.